Где Дева? Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя посему, и рождаемое святое наречется Сыном Божиим, и царство его не будет конца. И пошла Мария в Нагорную страну, в город Иудов, к родственнице своей Елисавете, которая чудом старости зачала ребенка. Елисавета, Мария, сестра моя, благословен ты между женами, и благословен твой чрево твоего. Ибо когда твой голос услышал, я взыграл младенец радостно в чрево мое. Величит душа моя Бог, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моему.